За успехи, достигнутые в третьем году пятилетки, коллективу Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината имени Кирова вручены Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Почетный диплом Карельского обкома партии, Совета Министров Республики и облсовпрофа. Переходящий вымпел газеты «Правда». Выступая на торжественном собрании, член ЦК КПСС, первый секретарь Карельского обкома КПСС Иван Ильич Сенькин тепло поздравил тружеников предприятия. Превзойти наивысшие результаты прошлого года. Эту задачу решают сегодня на всех участках комбината. Комсомольская молодежная бригада Леонида Юрьева обслуживает седьмую бумагоделательную машину. Сейчас производительность «семерки» значительно выше проектной. А ведь увеличение скорости машины только на 1 метр в минуту дает за сутки дополнительный гектар бумаги. Достаточно увидеть итоговые сводки работы бригад, чтобы почувствовать, как нарастает темп социалистического соревнования на предприятии.